22 года на страже Приднестровья. Сегодня, в преддверии годовщины со дня создания Вооруженных сил Республики, военнослужащие принимали поздравления и государственные награды. Приднестровская армия неразрывно связана с историей нашей республики и сыграла решающую роль в ее становлении, отметили на торжественном собрании. Создание армии – один из важнейших этапов становления любой страны. В трудное для Приднестровья время наши вооруженные силы доказали, что они надежный оплот приднестровцев в обеспечении безопасности, сохранении мира и спокойствия на родной земле. За 22 года Приднестровская армия прошла путь от рабочих дружин самообороны до полноценных воинских формирований. С каждым годом вооруженные силы республики динамично развиваются и продолжают модернизироваться. Сейчас готовится законопроект в Верховном Совете о сокращении срока военной службы до года. А в прошлом году мы добавили дополнительное увольнение нашим военнослужащим срочной службы. Не только субботу, воскресенье по 25-30%, а и после наряда, после караула, даже будние дни. Армия – это святая и священная обязанность каждого гражданина нашего государства.